Всем привет, с вами шеф Андрей, и сегодня я буду делать салат с тунцом. Что нам для этого потребуется? Один кочан салата айсберг, 200 грамм помидор черри, 3 вареных яйца, 300 грамм кукурузы, 3 дольки чеснока, 2 сырых яйца, лук, сок лимона, горчица, оливковое масло, перец и мясо тунца. Первое, что делаем, это туна дрессинг или соус для нашего салата. Отделяем белки от желтков, 2 желтка. Три дольки чеснока, 2 ложки тунца, 2 немного перца, соли. Все начинаем взбивать. Добавляем сок лимона и оливковое масло. Добавляем белки. Опять взбиваем. Добавляем чайную ложку горчицы. Опять взбиваем. 5-7 секунд, и соус у нас готов. Для более красивой композиции и подачи тарелки я решил добавить еще простой салат. Добавляем кукурузу. Нарезаем черри помидоры напополам и добавляем к тарелке. Добавляем тунец. Яйца разрезаем на 4 части каждое и добавляем к тарелке. Сверху поливаем туна соусом или туна дрессинг. И в конце нарезаем наш зеленый лучок и посыпаем поверх салата. Вот такая красота у нас в итоге получилась. А главное, полезно, питательно. И для тех, кто предпочитает здоровый образ жизни, это идеальный салат. Рекомендую. Всем спасибо за просмотры. С вами был шеф Андрей. До новых встреч. Пока-пока.